В 2008 году началась реконструкция стадиона «Металлург». За это время спортивный объект значительно преобразился. Здесь появились новые трибуны, современное искусственное поле, теннисные корты, возвели новое здание административно-бытового комплекса. Его и посетил депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов. Судейские, тренерские, раздевалки. Раздевалки покажи. Показываю. В новом здании все продумано для удобства спортсменов и тренеров. Большие комфортные раздевалки, для каждого свой индивидуальный шкафчик, душевые кабины. Полностью обустроен гимнастический зал, а также борцовский, где будут проходить занятия по карате. Есть и тренажерный зал, оборудованный современными спортивными комплексами. Классный, мне очень нравится. Я рад, что именно у нас в городе такие делают. Здесь будет базироваться и центр тестирования ГТО. Это опять же делается для удобства жителей. То есть любой желающий, придя на стадион, сможет не только сдать легкоатлетические, но и все силовые дисциплины. Для удобства людей, чтобы люди, конечно, могли, придя, и основную массу, основные элементы все сдать могли бы в одном месте. Учебный зал, кафе, где можно будет перекусить, вип-зона с видом на футбольное поле. Все продумано до мелочей. Даже коллектив Дворца спорта «Видное» внес свою лепту в создание интерьера. Сделали дизайн выхода на футбольное поле, уже разместили стенды информационные. На входной группе тоже появятся такие наклейки. Мы болеем нашей работой и всегда будем поддерживать чистоту и порядок и оказывать максимальные услуги нашим жителям. Открытие здания административно-бытового комплекса планируется уже в декабре. Здесь приятно тренироваться, все условия есть. И, конечно, долгожданный стадион, такая жемчужина сегодня района. Также в планах у руководства заменить покрытие футбольного поля. Всего же на реконструкцию стадиона было затрачено свыше 150 миллионов рублей. Ирина Бокова, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».